Доброе утро! С вами Татьяна и полная практика прощения с Green My Life Ярослав Мудр Воронцов. Это видео вдохновение для вас. И сегодня я хочу рассказать то, чем я вдохновляюсь. И делаю это максимально часто, практически каждый день. Это наполнением женской энергии. Что мне помогает войти в это состояние, наполнится, это женская одежда, платье, юбки. То есть я штаны тоже ношу частенько, но стараюсь все-таки по большей части одевать более женскую одежду, которая меня включает на вот это состояние женское, мягкое, такое принимающее, легкое. Еще что хочу сказать, мне очень нравятся это такие еще украшения, женские украшения, которые тоже дополняют вот какой-то образ, придают настроение какое-то, точно так же влияет на состояние, при котором я себя чувствую по-разному. С одними там украшениями это, ну, например, есть разные серьги, да, вот у меня такие, например, это они более такие, ну, контрастные, жесткие, я бы сказала, да, и, например, вот такого формата, который я больше, чаще ношу и люблю, они более мягкие, и последнее время я больше, например, предпочтение даю именно вот таким легким каким-то сережкам, да, там украшениям, которые выражают какую-то мягкость, нежность, женственность. Ну, остальные, которые у меня лежат, уже просто лежат иногда, и я их даже не ношу, потому что они уже не соответствуют моему внутреннему состоянию. И рекомендую вам менять свое состояние с помощью вот ваших каких-то любимых там штучек, каких-то аксессуарчиков, для того, чтобы создать свой образ другой, изменить. Возможно, вы хотите измениться, и с помощью вот таких нюансов вы можете это сделать, вы можете поменять свое состояние. С помощью одежды вы тоже меняете свое состояние. Глядя на себя в зеркало, да, вот в платье, уже смотришь на себя по-другому, чем нежели когда в штанах. Это другое состояние, другое настроение, другая энергетика исходит. И вот когда образы более женственные, такие мягкие, то и состояние такое, и энергия так течет. И я замечаю, что в общении с людьми я тоже проявляюсь по-другому. И это меня радует, меня очень вдохновляет и радует, когда я нахожусь в женской энергии, в женском состоянии. И рекомендую женщинам вам также почаще носить женские одеяния, радоваться тому, что вы женщина, вдохновляться этим, использовать все, что мир нам дает, чтобы наполниться этой энергией, вдохновиться и жить счастливо, быть счастливой, радостной девушка, которая таким образом будет заряжать своего мужчину. А это у нас немаловажно. Это очень важно. Поэтому желаю вам найти и рекомендую свои способы наполнения женской энергии, наполнения себя радостью, вдохновить себя на позитивное настроение, жить вот счастливо, радоваться каждый день. Желаю вам быть счастливыми, вдохновленными, радостными и всегда и во всем находить позитив во всех ситуациях. Всегда во всем есть позитив. Поэтому, если поделитесь своими какими-то наработками в качестве наполнения женской энергии, буду очень благодарна, если поделитесь. Ну, вот так я наполняюсь женской энергией. Возможно, вам пригодится. С вами была Татьяна.
Полная практика прощения с Green My Life и Ярослав Мудр Воронцов. Мы живем на яркой стороне. Ты знаешь, и я знаю, ты можешь это сделать. Начни это делать прямо сейчас.